Всем привет и добро пожаловать, дорогие друзья, с вами Scratch, и вы смотрите мое прохождение Metro Exodus версии без комментариев. И это, как обычно, небольшое вступление, чтобы вы представляли, что у нас будет в дальнейшем. Итак, смотрите, прохождение данной игры у меня будет выходить на YouTube-канале в двух версиях, с комментариями и без, и вы сейчас смотрите последний. Если вас интересует мое прохождение с комментариями, обязательно пройдите по ссылкам, которые есть в описании к данному видео и в комментариях, и выберите тот самый плейлист и то самое прохождение, которое вам нравится больше и подходит лично вам больше, и наслаждайтесь. А в данном видео прохождение без комментариев, соответственно, вы услышите меня только сейчас в начале и в самом конце, когда завершим игру. Больше моего голоса в данном прохождении у нас не будет. Итак, смотрите еще также дальше, что игр серии Metro у нас в целом, в принципе, три. Это Metro 2033, это Metro Луч Надежды или Last Light и Metro Исход, который вот только что вышел, либо Metro Exodus. И если вы не играли по каким-то причинам в Metro 2033 и Metro Луч Надежды, исправляйте прямо сейчас. Вот реально исправляйте и играйте в них, они очень крутые, очень интересные, и в Metro Исход сюжетная линия серии продолжается. Если вы не играли, нет возможности пройти эти игры сейчас, либо вы что-то подзабыли, но в свое время игры проходили, рекомендую тогда посмотреть у меня прохождение Metro 2033 и Луч Надежды, так как данные прохождения у меня есть на YouTube-канале, и ссылки на них есть также в описании. А версии там, опять же, без комментариев для максимального погружения. Так что смотрите их, а затем начинайте смотреть Metro Исход, потому что будет интересно, к чему же приведет третья часть наших героев, потому что там очень интересно события развиваются, не буду спойлерить. Потому что я кое-что там читал где-то, вот. Но как-то, в принципе, игра основана на книге частично Metro 2035. Соответственно, те, кто читал ее, соответственно, что-то уже могут знать. В общем, такие вот новости. Я буду проходить максимально детально и подробно данную игру. Не дотошно каждый миллиметр исследовать, нет, но как можно подробнее, чтобы у нас происходило полное отыгрывание роли Артема, и чтобы мы почувствовали вот эту безысходность, либо надежду, либо еще какие-то эмоции в данной игре. Поэтому мы будем слушать максимум диалогов, читать максимум документов. Кстати, когда будем читать документы, нажимайте на паузу, читайте, если не успеваете, наслаждайтесь. Вот. А диалоги мы будем слушать, потому что персонажи делятся очень много разной информацией, в принципе, и историями, и это любопытно слушать, и это влияет на нашу карму. А в игре, как обычно, будет две концовки, позитивная и негативная, но в этот раз они вроде бы убрали определенные намеки на то, что, типа, если ты послушал диалог, там у тебя хренак, экран вспыхнул, так вспышечка маленькая произошла, типа, хорошая карма. Здесь этого вроде бы как бы нет, поэтому нам остается только догадываться, какие действия у нас позитивные, какие негативные. Но будем стараться отыгрывать на позитивную концовку, но без убийств, к сожалению, не обойтись. Ну что ж, ребят, вот мы завершили наше небольшое вступление. Я желаю вам приятного просмотра и напоминаю о том, что если вам нравится мой контент, обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал, жмякайте на колокольчик, чтобы получать уведомления. Пишите комментарии, делитесь видео с друзьями в социальных сетях и, конечно же, ставьте лайки. А так, мои ссылки в социальные сети все есть в описании, как и реквизиты на Donation Alert и карту Сбербанка для тех из вас, кто желает финансово поддержать развитие моего YouTube-канала. А я замолкаю и приятного вам просмотра. Я еще помню жизнь до войны. Помню, что когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Все миллиарды сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят.
В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Во тьме туннелей наши пороки разрастались, как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни. И не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом. Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал.
Держись, дружище. Да они его, считай, помяли только. Возвращаются. Всем внимание. Нашелся герой. Чего тебе много, начальник? Ночь на станции. Но врачам я сказал, понял, понял, открывай тогда. Вперед! Он же нас спасал. Подожди, куда дальше? Налево, через площадь. Дамир, как считаешь, полковник в курсе, чем Артем тут занимается? А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил. Завтра будет тут. Эй, а ну отстаньте от него! Я сам убил из рогатки. Брось, Дамир. Пусть учится защищаться. В метро слабакам не выжить. Охрана, подъем! Держись, Тёма. Сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови. Проснулся наконец-то. Доктор сказал, все будет хорошо. Ты меня окончательно сосвету жить решил? А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. Все, не успокоишься никак. Уперся, как баран, сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал, она же тебя, дурака, любит. Папа, не надо. Ты из Ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д-6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, надо поговорить. Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Артем, мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Молодцы все же спартанцы. Артема выручили. Да, молодцы. Здоровики и такие. Честно говоря, уж и не помню, когда таких видел. Да уж. Только вот на поверхность слишком часто ходят. Рискуют. Да, Артем. Вам бы поберечься, не рисковать зря. Даже если где-то еще есть выжившие, нам они не помогут. Стоит ли вообще пытаться налаживать с ними связь? Тем более, что вскоре после войны сигналы принимали часто, а вот сейчас это вас ни на какие мысли не наводит. Хотя поступайте, как знаете. Это ваша жизнь. Артем, я понимаю, мы в тупике, и выход из него искать нужно, но мне кажется, лучше заниматься этим не в одиночку. Тем более, что ребята из Ордена в очередной раз пришли вам на выручку. Думаю, командир готов принять вас обратно. Так стоит ли терять время на нашей станции?
Решать, конечно, вам. Но если бы спартанцы позвали меня, я бы не задумывался. В любом случае, удачи. Да уж. Только вот на поверхность слишком часто ходят. Рискуют. Ну, а что им остается? Служба такая. Служба службы, но если они так и дальше будут... А сколько, по-твоему, можно высидеть под землей? Да сколько угодно. Вон сколько лет сидим. Да ну, ты же врач. Сколько больных детей только на нашей станции? А вообще детей? Сколько нас останется через 10 лет? 10 лет? Сейчас уже шить нечем. Про препараты я и не говорю. Артём на нашей станции лучший стрелок, но он же с поверхности только в лазарет спускается. Да, пока везет, переливанием в который раз отделался. Но остальные-то не такие везучие. А если спартанцы слягут, что тогда? Вот потому они наверх и ходят. Видят, что здесь внизу мы ничего не высидим. Запасы кончаются, да и нас все меньше, а мутантов все больше. Они все крупнее, опаснее, хитрее. Рано или поздно нас сомнут. Деваться, понятно, все равно некуда. Но и сидеть сложа руки они не могут. И тут я их понимаю. Я что, предлагаю руки сложить? Но вот так гробить себя? Хотя, конечно, кто знает. Может, они в D6 карты секретные нашли. Ищут теперь по ним склады какие-нибудь. Надеются же на что-то. Никакие склады уже не спасут. Разуй глаза. Что там на них сохраниться может? Столько лет прошло. Помочь может только полная эвакуация. Но куда эвакуироваться-то? Ну, и что тогда делать? Завернуться в простыню и медленно ползти на кладбище. Не знаю, если честно. И никто не знает. Но они хоть пытаются. Да. Если не они, то кто? Дядя Артём, а я вам верю. Вы возьмите меня с собой. Пожалуйста, когда найдете, где это? Артём, сколько можно? Ладно, у самого крыша поехала, так хоть и ему голову не морочь, не смей! Ему покой нужен, а он после твоих рассказов заснуть не может! Господи, ну почему ты такой жестокий? Как ты можешь, а? Аня, я уже 100 раз говорил, немедленно возвращайся в полис. Я ушла из Ордена и сама решаю, что мне делать. А Артём? Хватит. Артём, дом, Артём, всё. Надоело. Если бы парни не подоспели, ты бы уже обдавела. Прекрати. Это ты прекрати. В полисе вас ждет квартира со всеми удобствами, а не эта лачуга, в которой вы пытаетесь жить. Что значит пытаемся? То и значит. И вообще, хватит думать только о себе. Хватит! О, какие люди! Артём, здоров как бык! Но ты, брат, нет, конечно, смотрите. Дал! Тёмыч, как ты, дорогой? Вижу, жив, бродяга! Пардон, ну, сейчас устроим пир! Артёмыч, ещё пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже! Как там в госпитале, сестрички? Ну ты да как себе! Да вам, оставьте парня в покое! Брат. С возвращением, Артём. Ладно, все, разошлись. Даю вам 2 часа на все про все. Ура! Ура! Мы ура! Сейчас устроим! А у меня как раз с собой было. Ну вот, начинается. Только приз не как в прошлый раз. Держись, Артём! Thank you.
Ну что? Опять тишина? Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зиммитер щелкает. Да еще эти вон, красавцы. Летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артём, потому что умер. Загулялись мы. Пора фильтры менять. Ну-ка, смени фильтр. Мало в больнице лежал. О, отец меня убьет, если узнает, что я с тобой пошла. А если узнает, что мы были в закрытой газовой зоне? Ты тут все руины уже облазил? Видишь, как город разрушен. А у Москвы была самая мощная ПВО в стране. Если тут все в таком виде, представляешь, что в остальном мире творится. Может, все же вернешься в Орден? Переедем в полис, а? Отец квартиру обещает. Потому что, если не мы, то кто? Квартира. Со своей кухней. И с душем. Так, давай по одному, чтобы не завалилось. Теперь ты.
Самое худшее, пожалуй, позади. Черт! Слышал? Фонарь потуши. Слышишь, стая? Только этого нам и не хватало. Ничья. Повезло нам, что твари ненавидят друг друга не меньше нас. Не пойму, почему эта зона закрыта для сталкеров. Фон обычный, твари те же, что и везде. Стой. Вот и стая. Ну что, устроим им фермопилу, стартанец? Или подождем, пока прибегут? Ждем. Ждем. Все, похоже, можно идти. Хорошо, что не заметили. Здоровая была стая. Может, потому зону запретной объявили? Ну, раз тут стаи такие здоровые.
Давай ты. Держу. Артём, слышал? Ничего себе метель! Ни видно, ни черта! И не слышно! Переходим на рации! Что за черт? Артём, ты тоже видишь? Чей? Откуда? Я же не сплю, правда? Паровоз! С ума сойти, паровоз! Откуда же? Вот, зараза, уходит! Артём, что делать будем? Смотри, наши из Ордена. Наверное, тоже за поездом гонятся. Артём, давай к ним! Эй, запрыгивайте! Ребята, вы как здесь оказались? Видели, что там едет? Видели, видели. Давайте быстрее! Разобрались бы сначала, уроды! Да Артём, слава богу, шарится, это не надо. Орден, ганзовцы, козлы. Ох, ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы, деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас с этим схватили. Там что, есть жизнь? А чего ей не быть? Не везде, конечно. Мест гиблых много, и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артём, ты был прав. Там правда люди живут. Мы не знали. Думали, мы одни спаслись. Господи, приехали. Мы теперь всему метро расскажем. Бабка и пацан на выход. Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Противогазы хоть верните. А противогазы не понадобятся. Дурак, а мог бы жить да жить. Поехали. Ах!
Видать, стражи прорвались. Она работочка. Держи выход на чат, если что, полиция валит. Место такое. Эй! Что это за шум? Надо группу послать, выход за гостиницу. Внимание! Включение поворотного круга. Отправишься в котлован. Смотри, если выйдешь, значит одумался. И что, больше никаких. Не люди. Как же так? Что же поделать? Тварь не босс, страж. Человек? Как вы... О, господи! Так это она про вас кричала! Живой! Вы за ней? Так... Я помогу. Хоть какой-то толк с меня. Так... Девушку отвели на допрос к начальнику базы. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход может и получится. Идемте. Только не спешите. Заметят, и конец нам обоим. Стоп. Вам на свет лучше не показываться. Давайте-ка вот как сделаем. Вы отключите щиток освещения, а я пока этих отвлеку. Тише. Видите лестницу? Тихонько подберитесь к ней. Держите стены. Ермак, ты что ли? Чё ты там бормочешь? Иди сюда, помоги починить. Так точно, уже бегу. Давай, давай, у тебя-то руки точно не из жопы. Иди лучше здесь проводку проверь. Все под контролем. Давай, давай, шевелись. Стойте. Придется вам его вырубить, сумеете? Только не шумите. Че ты там бубнишь? Где надо, блин? Не твое дело. Да ты не представляешь. Эй, Ермак, пора тебе на свалку. Старый снер... Стойте. Выключите лампу. Так, идемте. Погодите, погодите. Стойте. Вот ведь прямо сюда смотрит. А нам в ту дверь нужно.
Попробуйте отвлечь его. Вон мусор всякий. Киньте рядом, может, сработает. Отлично, теперь кидайте. Надеюсь, шум его отвлечет. Отлично. Идемте, скорее. Проходите, быстрее. Эта система вентилирует весь командный центр. Он вообще небольшой. Попробуйте подгадать момент и пробраться. Я, конечно, постараюсь помочь, но сами понимаете, боец из меня никакой. Удачи вам! Москву от мира и мир от Москвы. Да потому что война все еще идет, а вы как дети малые. Тревога! Скоро вся охрана здесь будет. Черт! Не стреляйте! Я с ним! С вами! Бежать вам надо! Ваше! Оно вместе лежало, я и умыкнул. Надо бежать, пока они не разобрались. Охрана! Вам надо пробраться через двор, вон в те двери, откуда охрана выбегает. Быстрее, сюда! Идемте! По всем неизвестным огонь открывать. Ермак Андрей Иванович, машинист паровоза. Бегите. Главное, проберитесь в ангар. А там Бог даст, выйдет у вас. А меня не знают, внимания не обратят. Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... позже расскажу, надеюсь. Берегите себя. Тёма,
Здесь враги. Подсади меня. Видно плохо, вьюга началась. Тёма, не забывай про датчик видимости. Если не суетишься, не лезешь на свет, заметить тебя сложно, и индикатор не горит. И фонарик не включай зря, могут заметить.